злюсь на князя за то, что по его вине все в их жизни вверх дном пошло. И узнает, что она вступила в переписку с Настасьей. На встрече князь говорит о себе: о том, что над ним нельзя с ней смеяться. Здесь все не стоят вашего мизинца, ни ума, ни сердца вашего, вы честнее всех. Благороднее всех, лучше всех, добрее всех, умнее всех, все потрясены. Она продолжает: я ни за что за вас не выйду. Она начинает неудержимо смеяться. В конце смеются все. Громко и вызывающе его дядя застрелился по причине растраты казенных денег. Называет ее тварью за то, что та ударяет его тростью по лицу. Офицер бросается на нее, но он вступается и уводит ее. Я утверждаю, что у него от того такие игривые мысли, что он теперь влюблен. Он никак не подтверждает его слова и решается читать мое необходимое объяснение. После меня хоть поток. Записку, в которой назначают встречу на скамейке в парке, он не может поверить, что его можно полюбить. В полночь думает, что еще и 10 нет. Уже все спят. Идя к себе, он встречает, которая говорит, что он видит ее последний раз. Известно, всем известно, что она выходит замуж, и там собирается хорошее общество для знакомства с ним.